14 апреля 2016 года запомнилась березнюковцам жуткой трагедией. На одной из городских свалок произошел взрыв. Подробности случившегося рассказал нам один из пострадавших, молодой 20-летний парень. Вместе с друзьями в тот день они искали на свалке железо, но раскопали неизвестное вещество. Как итог, реанимация, множественные химические ожоги у двоих и один погибший. А вот начало апреля 2019-го наверняка особенно запомнилось жителям 102-го дома на улице Юбилейной. Коммунальщики тогда почистили их двор от снега, а заодно и от асфальта. Управляющая компания, к счастью, ответственности за случившееся с себя не сняла. Однако работ по восстановлению пришлось подождать пару месяцев. Ровно год назад в Березняках появился собственный мобильный планетарий. Такой подарок городу сделал филиал «Азот» компании «Уралхим» в рамках фестиваля «Наука Лайт». Базируется новшество на базе военно-патриотического центра «Каскад» в Центре научно-технического творчества. И с тех пор местные школьники могут не только более углубленно изучать астрономию, но и смотреть там научно-познавательные фильмы.